Привет, Николай. Привет, тетя. Праздник веселый, а повод печальный. В разгар рабочего дня местные фанаты собрались на Елшанском кладбище. Здесь похоронен один из старейших футбольных болельщиков города – Николай Гнусин. Проводить акцию в поддержку спорта решили в день его рождения. Все спортсмены работают, играют, бегают. Все ради болельщиков. Не только ради результата как такового, да, хотя и результат нужен. Но они же играют ради болельщиков. Я говорю там про футбол, про хоккей, да. Две гвоздики и пачка примы на могиле. Желающих вспомнить лидера саратовского фан-движения собралось немного. Гораздо больше внимания привлек автопробег «Саратов-Энгельс». Поучаствовать в акции в поддержку спорта пришли новички и болельщики со стажем. Было любопытно, на самом деле, как бы для чего все это проводится. И ради спортивного, опять же, интереса пришел посмотреть и как бы узнать. Уже не первый раз участвую в таких событиях. Были на после чемпионата мира хоккея, который мы проиграли, к сожалению, мы все равно поехали и всю ночь ездили, все нас поддерживали, весь город кричал «Ура!». Сокол, ЦСКА, Манчестер Юнайтед. Символика на любой вкус. Эмблемы любимых команд фанаты рисовали даже вручную. В прошлом году проводить автопробег запретила милиция. На этот раз ограничений не было. 20 машин и несколько мотоциклов. При допустимых по городу 60 км в час болельщики мчались намного быстрее. Кристина Трушина, Эльдар Хаджимуратов, Олег Буланов. Новости. Телеобъектив.